Тем временем кандидаты на высший пост в стране продолжают предвыборные поездки. Владимир Жириновский сегодня в Твери. Там он провел встречу с местными жителями. Обсуждали самые волнующие вопросы – образование, медицину, пенсионное обеспечение. Но кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин приехал в Свердловскую область, где посетил Уральский трубный завод. Там он осмотрел производство и поговорил с рабочими предприятия. Выдвиженец от партии «Роста» Борис Титов сейчас в Калужской области. Он встретился с губернатором Анатолием Артамоновым и пообщался с представителями фармацевтического и инновационного кластеров. Другой претендент на высший пост Максим Сурайкин, его выдвинула партия «Коммунисты России», пришел на заседание столичного района Якиманка и потребовал не переносить памятник Ленину с Калужской площади.